Хай, Джейсы, это сервер S-Site Roleplay. В общем, сейчас я хотел бы показать то, что добавилось на сервер. В общем, все обновления. Что ж, погнали. Первым делом в мэрии добавили больше места. Сейчас я вам покажу. Что ж, изменили внутри мэрии. Ее просто сделали немного больше, удобней. В общем, сейчас зайдем. Вот старая мэрия. Так. Здесь вот добавили вместо столовой для секретаря вот такое вот помещение. И здесь убрали дверь и сделали такую вот дополнительные кабинеты. Здесь кабинет какого-то начальника. Что тут? Тут на работу устраиваться. В общем, и это у нас зал для того, чтобы какие-то мэры, президенты что-то тут высказывали, говорили. В общем, зал для конференции какой-то, для заседаний. Вот такой вот. Во-вторых, был добавлен военкомат. Он находится вот здесь, в этом вот месте, где обычно спавны на бич-серверах. В общем, вот сейчас прогрузится. Вот такой вот у нас военкомат. Здесь медицинский центр, я так понимаю. Здесь проверяют людей на то, здоровы ли они, готовы ли они к службе. Здесь, я так понимаю, предоставляют документы, проверка документов идет. Это холл ожидания. Здесь переодеваться, раздевалка. Когда новички поступают в армию, то там им выдают форму. И это туалет. Вот такой вот туалет. Так. Вот. Такой вот военкомат, в общем. Еще был изменен маппинг автошколы. Сейчас я вам его покажу. Так, вот здание автошколы. Заходим. И вот такой вот офигенный маппинг у нас. Сейчас проведем тут обзор, посмотрим. Здесь касса, я так понимаю. Да, тут касса, тут выдают лицензии. Здесь вот такая мини-столовая, я так понимаю. Потом, что тут? Давайте первый этаж сначала. По первому пройдемся. Здесь кабинет тоже какого-то начальника, я так понимаю. Документы, вон все лежит здесь. И приступим ко второму этажу. На втором этаже у нас кабинеты для сдачи прав. Так. ПДД, вот, в общем, подходим, ничего нажимать не надо. Автоматически у нас высвечивается правила дорожного движения. Это тоже какой-то кабинет для сдачи прав. Так, понятно. И это у нас туалет, да. Так, в общем, это и все обновления на сервере сайт Roleplay. С вами был Джеймс. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на сервер. Подробная информация в описании. Адиос, амигос.